специальное предложение только сегодняшнего дня. Это чехол на диван «Атмосфера уюта». Это самое актуальное предложение именно весной, потому что наилучшим образом подходит для преображения дома, для ощущения той самой новизны и чистоты. Вы знаешь, Юля, которая именно сейчас почему-то хочется. Наступает весна, и нам хочется, чтобы дома все сверкало и было чистым и красивым и новым. Юлия Колосова, дизайнер интерьеров, сегодня подберет для вас ваш новый мебельный гардероб. Да, Ришенька, с удовольствием это сделаю. Сегодня будем покупать мебель, но без ее покупки. Ну, просто на старую наденем чехлы и решим сразу несколько бытовых вопросов. Таким образом, весна действительно время обновления, и очень хочется, чтобы вся мебель сверкала чистотой. Но к покупке дорогостоящего мебельного гарнитура, возможно, вы не готовы. У меня есть для вас решение. Старую мебель мы быстро превратим в новую. Новую защитим от пыли, от повреждений, от шерсти животных. И просто поменяем за счет классического вензеля интерьер квартиры очень быстро. Тем более у нас большая палитра оттенков. Я выбрала для вас эластичный жаккард. Это один из самых удачных видов материала, потому что все-таки, когда поплотнее чехлы, но при этом мягкие тактильно, это то, что нужно. Они не пропускают пыль, они не растягиваются, сохраняют свою форму и при этом тактильно приятны. То, что нам нужно. Очистить их легко, надеть и снять тоже очень легко. Чехлы у нас есть и на кресло, и на диваны. Вот посмотрите, как быстро можно надеть на мебель любой конфигурации. Собственно, надеваем чехол, заправляем излишки ткани между сиденьем и спинкой. И, в общем, уже решение практически готово. Но нам надо еще зафиксировать. И вот такие вот уплотнители, они идут в набор. Готово. Наслаждайтесь обновленным интерьером. Здорово. И давайте выбирать ваш цвет вашего нового мебельного гарнитура. Давайте посмотрим. Итак, светло-коричневый. Это то, что у нас с тобой в студии, да? Да, и мне очень нравится, что вензель здесь контрастный, да, очень ярко и симпатично. Вот такой коричневый, насыщенный, мне очень нравится, холодный, шоколадный, подходит к любому типу корпусной мебели. Бронзовый освежает. Бронза, согласна, да, такая классика. Есть серебряный, я думаю, что по традиции это будет твой выбор, потому что ты обожаешь оттенки серого. Посмотрите, бордовый, это классический, такой красивый, яркий. Цвет какао также представлен, посмотрите. Я тоже считаю, что он такой универсальный. И, конечно, бежевый. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Так, Юль, а вдруг не подойдет на мой диван? Как это вот выбрать? Как он? Аришенька, вот мы сейчас взяли вариант, да, именно от дивана. Посмотрите, как он хорошо растягивается. Эластичный жаккард садится на мебель любой конфигурации. Ваши подлокотники у дивана, спинка, может быть, разные формы. Благодаря эластичности жаккарда посадка прекрасная. Что касается размеров, то растягивается до 1,80 м, что говорит о том, что это на трехместный диван. Смотрите, что еще. По спиночке у нас тоже высота классическая, это будет 65 сантиметров, вот эта высота, да, и по сиденью, то есть глубина 50, то есть на большой трехместный диван, главное, чтобы он был с подлокотниками, чехол идеальный дает посадку, как будто это новая преображенная мебель, как будто перетяжку вам сделали. Вот, новую. Это правда, действительно. Вы знаете, что этот чехол является бестселлером телеканала Shopping Show. За одну презентацию 3000 таких чехлов было продано, и сегодня это главный товар дня. Цена снижена на 200 дополнительных рублей специально для того, чтобы вы преобразили свой дом. Это ощущение новизны, ощущение новой мебели. Вы знаете, я была недавно в мебельном магазине, мы с мужем заказывали шкаф. Диван, красивый очень диван, да, о котором я мечтаю. Я посмотрела, цена 100 тысяч рублей. Только представьте, как это дорого. Только один день для вас. Обновление вашего дома без затрат. 1499 рублей на любой формы диван, посмотрите. И это абсолютно весеннее предложение, которое мы так давно готовили специально для вас. И ты знаешь, вот я хочу сказать, что диван мы новый не так давно покупали. Ну, не за 100 тысяч, конечно, не такой дорогой. Но тем не менее, вот что делать? Собаку отучаем, все равно прыгает постоянно. Да, утром просыпаешься, смотришь. Так, да. Ночевала Эльза точно на диване. И так жалко новую мебель, хочется защитить ее как будто. Конечно, это действительно моментальное преображение вашего дивана. Если есть какие-то потертости, если собачки погрызли, может быть, ножки вашего дивана, если есть какие-то там уже даже надрывы, но вот нравится вам ваша мебель, но вот она удобная, и вы не готовы с ней расставаться, просто надевайте чехол, и очень здорово, что можно даже объединять мебель из разных гарнитур,
партнеров, потому что на кресле есть все те же цвета. Я напоминаю, что есть уплотнители в наборе, которые мы с вами помещаем между спинкой и сиденьем, и действительно начинает выглядеть чехол как новая мебель. Но ситуации бывают разные в жизни, поэтому я приготовила эксперименты. Сейчас будем проверять. Да, кстати, вот та же собака, когда запрыгнет, не дай бог, она зацепит что-то коготком, уже будет тоже вид не тот. Да, Ришенька, а здесь у нас применяется эластичный жаккард, который практически не подвержен механическим повреждениям. У меня вот металлические щетинки, у расчески, смотри, как я впиваюсь, и ни одной стрелочки нет. То есть это ткань, которая надежно защищает. Если у вас есть животное, как у меня, например, кошка ангорка, после нее остаются вот такие клоки на всех пледах, на диванах, на креслах. Легко почистить эластичный жаккард, у него основа гладкая, поэтому липким роликом вы сняли, и теперь на ваши брючки ничего не налипнет, ничего не остается, вы не дышите шерстью. Надежно и очень здорово. Есть еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание. Обратите внимание, что чехол надевается со всех сторон, то есть 360. Если ваша мебель стоит по центру, ну и все будет замечательно со всех сторон. Конечно, сзади диван выглядит отлично. Диван легко, чехол легко снять с дивана. Легко постирать. Ткань сохраняет свой цвет, свою форму благодаря использованию мягкого полиэфирного волокна на биэластичных нитях. То есть у них растяжка во все стороны, поэтому форма не теряется. Как стираем? Да, стираем в машинке. Это очень просто. Теперь никаких химчисток. И диваны не надо возить, никуда чистить. Это экономия семейного бюджета, согласитесь. Чехлы, даже светлые, можно стирать на режиме до 60 градусов. Это же настоящая мечта, да? Светлый бежевый диван, как это красиво. Или зеленый. Представляете, когда у вас появится цвет в вашем интерьере? Это же будет очень здорово, это будет всегда вдохновлять. Особенно сейчас, весной. 2 дня остается до сезона весна, да, нам хочется с вами обновления, хочется сделать ремонт, хочется почистить, помыть все, да. У нас ощущение вот такое появляется. Но опять же, да, когда мы говорим про дачу, сейчас уже начинаем думать о том, что скоро дачный сезон. Ждем его с нетерпением, всего 1499 рублей, и у вас новый диван. Ну и правильно я понимаю, как говорит Юля, да, у вас есть кресло из одного набора, а диван из другого, а третье, второе кресло у вас из третьего набора. Вы можете объединить и создать для себя готовый мебельный гарнитур, который смотрится стильно, модно. Это будет яркое решение для вашего дома. Но главное, что сегодня мы с вами экономим. Это точно и серьезно. Да, сколько стоят аналогичные чехлы вообще? Какая цена? Ой, Аришенька, и перетянуть диван полутораспальный стоит 10 тысяч рублей. Чехлы, если посмотреть на рынке сейчас, они активно представлены, тоже стоят дороже. В нашем случае, посмотрите, какая прекрасная. Прекрасная фактура и при этом очень приятная цена, потому что у нас прямой договор с поставщиком. Друзья, 1499 рублей, и у вас готовая мебель, новая, обновленная к весне.